Анастасия и Шипилова Алена. Так, мы студентки Краевого художественного училища с города Ставрополя. Мы хотели бы поздравить всех мам перед Днем Матери, так как скоро наступит такой знаменательный день. А мама — это, наверное... Это самое лучшее, что есть в жизни. Мама, да, самое главное. Да, самое главное, самое важное, самое близкое и родное, тёпленькое, которое всегда рядышком, которое всегда поможет, которое всегда утешит. Которое... И вдохновит на нашу новую работу. Да, вдохновит, поддержит, если что-то не получается, скажет какие-то слова поддержки. Да. И здоровья. Да, побольше здоровья. Счастливых моментов в жизни. Так как на их плечи. Так много забот возлагается, да. Да, много детей всяких, которые в основном только проблемы и несут. Мало счастья, но мамы справляются. Для каждой мамы свой ребенок — это счастье, поэтому... В общем, с праздником. Счастья, здоровья, там нервов побольше и любви. Любви много-много. Любовь — это самое главное.